Здравствуйте, Катя. Я сейчас вам покажу, как увеличить расстояние, на которое сможете сфокусироваться с вашим объективом без глубокой переделки объектива. Вот смотрите, берете ваш объективчик, выкручиваете 4 винтика. Вот я 3 предварительно уже выкрутил, чтобы быстрее вам это все показать. Вот с помощью отвертки выкручиваем 4 винта. И придерживая вот этот вот штырек, который управляет прыгалкой диафрагмы, не потеряйте его, вытаскиваем. Вот этот штыречек может выпасть. Вот. Вы его вставите обратно. Обычно объектив Гелиос 44М4 имеет конструкцию, позволяющую поставить прокладочку. К сожалению, мне впервые попадается объектив Гелиос 44М4, вот у меня, на котором задний линзоблок не разборный. Когда вы снимете ваш хвостовик с вашего объектива, вы увидите, что на вот этом месте есть промежуток, как бы резьба. Нужно будет взять, выкрутить с резьбы вот этот задний линзоблок. К сожалению, у меня не разборный, поэтому его снять невозможно. Когда вы снимете этот, выкрутите этот линзоблок, его можно будет выкрутить буквально на 2-3 оборота. И затем вместо образовавшееся между двумя частями линзоблока на эту резьбу нужно будет накрутить колечко из вот такого проводочка. Один оборотик сделать, поставить туда на освободившееся место и, немножечко прикрутив обратно линзоблок, закрепить его в новом положении. Вот. Очень аккуратно все делайте. Смотрите, чтобы у вас не выскочило вот это вот колечко диафрагмы. Там есть шарики, которые можно потерять. Вот. И в результате этого вы сможете сфокусироваться дальше, чем на 2 метра. Вот. Ну, поскольку у меня мой объектив оказался странной конструкции, то есть обычно 44М4 имеют разборную конструкцию, которая позволяет таким нехитрым образом на кропнутых камерах достигнуть фокусировки с этим объективом на Никоне до 5, даже 7 метров. Вот. Вы аккуратно поставите колечко из этого проводочка. Проводочек я вам вышлю вместе с переходничком. Затем установите на свое место хвостовичок. И ваш объектив будет готов. Если вдруг кажется, что у вас такая же конструкция неразборная, как у меня, ну что ж, тогда придется или делать более глубокую переделочку, я вам скину инструкцию, или довольствоваться расстоянием фокусировки до 2 метров. Затем мы берем переходник. Вот, как видите, одуванчик установлен. Накручиваем его на объектив. Берем камеру и очень аккуратно вставляем объектив с переходничком, с одуванчиком в камеру. Совмещаем красную точечку на переходнике и средний контакт одуванчика с белой точкой на камере. Немножечко вдавливаем внутрь и поворачиваем до защелкивания против часовой стрелки. Я запрограммировал одуванчик от 2 до 16 и фокусное расстояние 58 миллиметров. Каким образом происходит съемка? В меню камеры выберите режим AFS. Это у вас находится в меню, у меня это находится вот с этой стороны, есть такой флажочек. И выберите режим съемки A, приоритет диафрагмы. Сначала выставляете диафрагму здесь, например, двоечку.
и двойку выставляете на вашем объективе. Смотрите видоискатель, выбираете нужную вам точку фокусировки, то есть, например, выбираете центральную точку фокусировки. Выбираете центральную точку фокусировки, смотрите видоискатель и наводите резкость так же, как вы это делаете с автофокусным объективом, только здесь вы крутите резкость рукой. Можете полностью нажать кнопку фокусировки, пока фокуса не будет, затвор не сработает. И аккуратненько крутите колечко фокусировки. Вы услышите звуковое подтверждение. Вот я на пол кнопочки нажимаю. И вы услышите, увидите световое подтверждение. И затем можете полностью нажать кнопку. У вас сработает затвор. То есть без переделки вообще, где-то максимум 2-2,5 метра вы сможете сфокусироваться. Также аккуратненько снимаем объектив. Нажимаем кнопку стопора. Очень аккуратно поворачиваем по часовой стрелочке. И вытаскиваем объектив с одуванчиком. Одуванчик очень хрупкий, не забывайте об этом. Не перекручивайте объектив с одуванчиком в камере. Аккуратно вставляйте и вынимайте. Одуванчик прослужит очень долго. Спасибо за внимание. Будут вопросы, пишите, звоните. Сейчас я упакую ваш переходничок с одуванчиком. Да, и еще хочу напомнить, показать, чтобы ни в коем случае не ошиблись. Очень аккуратно надевайте крышку. Ваш переходничок с одуванчиком. Вот. Против часовой стрелки она ставится, по часовой стрелке откручивается и вынимается. Сейчас я упакую ваш переходничок и отправлю вам. Спасибо за внимание.